Здравствуйте! Сегодня решили зафаршировать грибы. Но уже начала делать, я только потом вспомнила, что хотели это снять. Здесь у меня порезанная мелко-мелко куриная грудка, лук, майонез и домашние сметаны. Майонез можно не использовать. Грибы стараемся брать побольше. Что-то они какие-то непрезентабельные. Ну ладно, мы это чистим. Вот так, убираем ножки, очищаем вот эту шкурку. Ножки мелко порубим. И добавим к нашей мелкорубленной курице и грибам. Ой, и это грубо. Так, ножки рубим ножом. Так, теперь мы что делаем? Теперь мы фаршируем наши грибочки. Делаем вот так. Теперь это дело все склеиваем. Лишнее уберем. Грибочки склеили, смазываем чуть-чуть оливковым маслом, буквально капельку. Капельку смазываем со всех сторон, все грибочки. Так. И аккуратно заворачиваем эту штуку. Вот такой колпачок получился. Также все следующие наши шляпки. Как масло впитывается грибами. Так, все, мы приготовили наши заготовки, а готовить мы их будем в тандыре. Но мы смотрели видео вот этих тандыров. Особенно в вечернее время он аж красный. Да? Внутри прямо что-то какое-то красное. Как уж они так его разогревают? Тандыр зарядили. И не знаем, что в итоге получится. Что-то должно получиться. Но там мясо. Не видно, правда, ничего. Мясо, грибы. В общем, все вкусное.
запахи оттуда уже идут. Посолить, разумеется. Поперчить надо, наверное. Дополнительно. Вот. Пожалуйста.